остановился, сам остановился. Или зажали. Зажали. Ну, молодец какой ты. Заикаешься ты, ты чё? Этот пьяный кировский водитель попытался спрятаться от полицейских в луже. Видимо, решил, что он мастер маскировки. В итоге лишь измазался с ног до головы, но прав не лишился. Их у него и не было никогда. Позорить потом хотим. В YouTube выложу. Да. Вам не стыдно? У меня маленький ребенок. А если со мной бы что-нибудь случилось, кто бы за это отвечал, а? Я ответственный. Пьяный, да? Уснул за рулем, протаранил встречное авто, скатился в кювет, на ногах не стоит, говорит с трудом, но нет, уверяет, он не пьян. Просто салфеткой спиртовой лицо протирал, вот и отравился. Порани. Как так можно сесть, а если бы у меня ребенок в машине был бы? Больше у меня слов нет. Ну, надеюсь, за это тебе Бог накажет. И по жизни, а там. Как наказал? Чем наказал тебя? Вот этим. Убеди. Не надо технику ломать. Здесь типичное поведение пойманного за руку пьяного водителя. Сначала буянит, потом льет слезы. Пожалуйста, довезите до мамы. Подожди, ты вот как баба начинаешь. Когда пил водку, жрал, ты не спрашивал. Маме все-таки позвонили. Она пришла, отругала, забрала внука, который все это время спал в салоне. Пообещала наказать. Вот в моих руках сейчас пуля. Вот пуля. Ну, это вот пуля, да, могла в вашей голове оказаться. Ну пусть лучше бы оказалось. По правде, лучше бы оказалось. Автомобилистов, выпивох из Кирова, кажется, вообще сложно чем-то напугать. Их преследуют на запредельных скоростях, стреляют вслед, заламывают руки, а они все забывают через несколько часов. Что за вообще произошло? Стреляли, что? Чего стреляли? А ты что? Из автомата, что ли? Что, пули не видишь, что пули?